Друзья, всем привет и приятного аппетита! Сегодня играем на девчонке антимаги или антимашке, тут уж как знать. Играем хорошо, смотреть будет интересно. Поехали, приятного. А ты взять или виномку? Нифига у типа. Он на калибровке, 6 побед подряд. Бустер, походу, кстати, калибровочный. Калибровочный бустерок. Заехал у противников, ну хорошо. Сейчас разберемся. Сейчас будем с ним разбираться. Непонятно было, куда он идет. У нас очень жадно. Мы должны в лейт выходить. Как-то. Как-то выходить в лейт нам надо. Я думаю, Коррожен повеселее смотрится в таком случае. Чтобы какое-то давление можно было оказывать на противника. Ну, у врагов очень жесткий пик против меня, кроме Primal Beast, наверное, как раз таки. Потому что ему меня поймать. Ну хотя ОЕ стан тоже есть, да, который не контрится. Не, здесь БКБ Хамасхев. Антимаг через БКБ, сигнатурный. Джекир у нас еще вверху будет стоять. Стики я бы взял, может быть, да, если рекомендуют, пацаны. Медовый получается Primal, да? Ага. Так, подождите. О, вот так вот карту надо закрыть. Ага. Тю-лю. Медовый Праймал у нас в топе получается. Баланар, скорее всего, плюс Джакира. Но я думаю, мы с Омником можем все-таки стоять. С учетом, что он какие-то там захилы будет делать, верно? Догоню, не догоню? Вроде догоняем, кстати, не отпуская. Главное, чтобы меня умник не блочил. Ой, хорошо. Отлично, отлично. Ну, виномка окупилась, ребята, как видите. ПБ не мне, но мы не факт, что сделали бы. Умника спел слабовато, если бы он третий взял. Мне кажется, попрактичнее было бы на линии. А чё, у нас чен будет стоять, что ли? Возвращаемся. Агрим. Пока все отлично, ребятки. Правильно? Я говорю. Ой-ой-ой, какого хорошего крипа нашел на Чене. Ай-яй-яй-яй-яй. Под ним вообще невозможно ничего делать, кстати, если что. Его надо как-то убивать. Ну, то есть тратить миллиард ресурсов на это дело. Ну или вон омник пусть колупает, верно? Я стики зря купил, я-то думал, у нас Джекира будет стоять, а в итоге это Чен оказывается. Ай-яй-яй. Блин, ну реально больно, я не знаю. Пипец какой-то. Маны у них нету. Но у меня нет хп. В этом плане все равно тяжеловато, да? Я не могу. Я пытаюсь крипа добить, я не могу. Дай мне хоть что-то, пожалуйста. Столько фарма потеряли сейчас, потому что хп нет. Жестко.
Как же Чен щемит. А я сюда вообще пошел? У меня нет денег. На вот это вот все. Наумники выпулил. Продли вот это. Ладно, пофиг. О! Зря продал, кстати. Изи. А, не могу, нет фарма. Я хз. Хоть как-то, хоть что-то. Короче, я просто не подхожу к крипам и все. Так и живем. А чувак не хочет выпуливать ничего на умнике. Почему-то. Почему-то ничего не хочет выпуливать. Так, чё мы будем? Короже напать себе? Сперва тапок, наверное, да? В любом случае, какой-то. Ну, Баланара супер фри в итоге получилось. Не тапок нужен, иначе он меня отпинает. Я думаю, без этого никак. Чена крип на моноберн. Удачи на умнике. Линию постоять. Он не нажимает, да, свои способности, не хочет? Ну ладно, тогда. Тогда что поделать? Ничего не поделать. Ну, мы должны были до ночи что-то с ними делать. Ну, не что-то, а просто стоять фармить, и чтобы они не фармили. Но видите, линию не получилось нам поставить. И в итоге она стояла под ними. В позиции, где как раз таки опции не было у нас. Как им помешать и как самим качаться. Поэтому такая страдающая тема получилась. Но по натурсу в целом, как бы да, в норме. Все в рамках нормы. Значение так сразу, как только возможность появилась, выпулю. Не растерялся. Снова линия под ними. Ай-яй-яй. О, хорошо. Я уже думал, не это самое. Не получилось. 10 тиков, кстати, есть. Не уверен, что я хочу коррозион брать. Не похоже, что у нас есть какой-то килл потенциал здесь. Я бы лучше по теку себе взял, наверное. Let's go. И все. Ну да что, мне очень далеко, я поэтому пока вообще ничего не буду делать. Понял, понял. Ганги-шманги подъехали, ребятки, да? Ну, он линию затолкал так. В принципе-то пойдет, наверное. Что, меня могут здесь принять? Интересно. А это ворса убивает, это приятно. А что нам делать-то? Хорошая ульта Мирана. У него ноль маны. Но мне как же больно от него. Офигеть. Маны нет, а мы ничего не можем. Нам урона не хватило. Вау. Жестко.
Ну, хотя бы так, в принципе. Урса в мид пришла. Надо было в бот лететь, кстати. Шмиран сюда пролетел. Есть такое. Ну, по Нетрусу уже печальнее становится, чем было. Потому что фарм у нас только тяжелее. Комфорта не добавляется. Чен уже здоровый, 5 уровня. Но он будет молнии добивать, интересно. Без молнии справился. Праймал убили, это хорошо. Раз, два. Нифига себе он на умнике, конечно. Тебе взял? А, чтобы мне продать. Тогда ладно. Просто доснимаем. Блин, как-то поймать бы его на контрспеле? Было бы прикольно. Тут хз уж. Насколько нам это может удастся? Ну ему больно. Как бы это факт. И он не фармит. Чен крипа моего принял, да? Мне шестой нужен, чтоб таких вот можно было хоть как-то пробивать. Go. Два кентавра, вау. Слушай, чувак. Отойдем-с, пожалуй. Раз, два. Спасибо. Чё по мане? Фулл мана откуда? Интересно. Джекира что-то нажал типа аркан? Или как? С линии не хочется уходить. Праймал в миде. Но Чен сейчас пройдет, у них катапульта. Нам нужна помощь. Иначе мы это не задефаем, правильно? Ах, неужели не доставал? Ну, теряем вышку, правильно? Блин, так хотелось бы не терять ее. Я не выйду, да? А, о, день! Найс. Ты же не гоубэш, не гоубэкнешь никак. Просто щемят нас толпой. Чё, пойду вниз? В принципе, уже это самое. Уже можно. Они очень плотные, слишком тяжело. Там под Чена, под это все. Урса в бэф выйдет раньше, чем я. Но она голый бэф собирала. Там как бы ему особо... Не знаю, они не пытались убивать или что? Так, это сюда. Это сюда, отлично. Теперь линия под меня стянется. Можно сделать вот так вот. Пока здесь покачать чуть-чуть. Какую-нибудь нейтралочку может выбить, было бы приятно. Смотрим, смотрим. Чтобы и на этого успеть, правильно, и на того. Не стакнулось, конечно, ну да ладно. Они еще по вышкам пойдут дальше. Им ничего придумывать не надо, я думаю.
Там соты какие-то дропнулись. Я бы взял. Да? Да. Дефолт залетаем. Урзать через БФ это и хорошо, и плохо, но, наверное, больше даже хорошо. Потому что темп у них все-таки слишком высокий, если они хоть чуть-чуть замедлятся, это будет нам на руку. Будь он на урте с диффузами, нам бы уже было гораздо тяжелее что-то делать. Опа. Прям ганк-отряд, не иначе. Круто. Круто, круто. Стрелу получилось очень хорошо засандалить. Дропаем. Потому что мне 4 армора, но не нужны по большому счету. Мне и так этого армора. Вагон. Я все ману пронес. Сейчас. Туда не хочу. Здесь приоткроем для себя потихоньку. Ну а тут все, кстати. Тут праймал стягивается еще. Убили, убили. Найс. Там парни мид-вышку нашу не взяли. То есть не смогли даже реализовать нормально чен-потенциал, скажем так. А сейчас ночь начнется, будет потяжелее. Крипов он не набрал себе на чене, правильно? Умирает часто, это плохо. Нормально на самом деле, за пределами лейнинга у них получилось уже похуже. Вымакшиваем блинк. Это на силу поставлю, потому что никого не дать. Увидел кого-то. Пытался сбить ему, он так не сбивается, да? Отлично. Прекрасно, восхитительно, побежали сюда. Роша там не можешь падать, интересно? Нет, наверное, не с его слотами, он же в бейф вышел. Ай-яй-яй, надо было сюда бить, по идее. Ну да ладно. Кому нужны эти грибочки, правильно? КД блинка возьму, наверное. Позиционка наша, все, правильно? Я без ульты не особо хочу файт взлетать. Не особо продуктивный момент. Это несем, это берем. Праймал меня здесь ловил. Не поймал, как вы понимаете. Делаем так, чтобы было больше фарма. Чуть попозже. Даже не знаю, довольно опасно на самом деле. Там вроде экшен начали мои парни. Ё-моё. Отлично. Ну, пойдет, зашел хорошо. Балнарчика забрали. Дальше качаемся. Все на силушке было у нас. А, чутка подрегенится сейчас. Рад скрипасов не танчить лишний раз. Отсюда отойдем. Петрусы выравниваемся. Это закачаем, это пронесем. Вообще урта по-хорошему уже может забирать Рошу. Чену надо всего лишь взять одного крипа какого-нибудь и привести к нему. Все, как бы дело сделано.
Должен был я проверить здесь. Вроде все хорошо. Ёпарас-то. Выглядит опасненько. Я прям вообще кардинально, знаете, поменял дислокацию. Four people bot. В это время Урсу поймали, отлично. Молодцы, ребятки. Начение там качается, я смотрю. Как-то по-жесткому. Забираем. Бот отдаем. Ну, бот очень далеко. Чтобы его защищать. Минли, здравствуй. Спасибо, 150. Спасибо за мудочку большое. Привет, привет. Хорошего вечерочка тебе с нами. Вроде бодренько композишн. Знаем, знаем такое. Поехали сюда, пока там файт. Юрсу я вижу. Именно файт я уже не особо успею. Но могу вышку пораскрывать. А чё, он без ульты был или чё? Я чё-то не понял. Пипец, мне больно было, конечно. Чё-то я на какой-то зачеловочке стоял там. И зря. Как же больно, кстати. Наверное, на базу, что ли, сбегать. Практичнее. Слишком-слишком мало. Вот интересно, а если бы я фласы купил, типа, это бы окупилось или нет? Я сейчас и так же телепорт трачу, верно? Ну, потрачу, чё. Пока все тихо там. Смерть. Нет? Хорошо вышел. Оперативно, на самом деле. Такой маленький монопол, на самом деле, у этих пацанов. Мне вот ультовать только в Джакира, на самом деле, по-нормальному, чтобы было. По-моему, они что-то знают. Я бы вышел. Там, в принципе, опасно, отойдем оттуда. Хорошо. Чё-то он нас тут не ожидал, да, я смотрю? Чё дальше, интересно? Скади здесь точно нет смысла, надо башер покупать какой-то. Надо мы вот так вот. А чё вот этого? Подрезать, а то он стоит, качается. На чили, на расслабоне, на чене, не-не-не.
линии заталкиваем. Сжигаемая мана, да. Потому что здесь радиусом наверно толку нету. Здесь не в кого улететь. Это тот нечастый случай, когда, знаете, можно уверенно сказать, что из этого лучше. Мышку в боте снесли, но в топ я не хочу, потому что парни там все ресуются уже. И вот так вот показываться будет, ну, неправильно. Урса в топе, да. А урса с праймалом меня забирают, ну, вообще, как бы, на раз-два. Если я на реакции не успеваю отпрыгнуть. Ай-яй. Возможно, стоило стакнуть. Возможно, бы получилось. Баттерфляй? Интересно. По идее, в лейте, кроме урсы, меня вообще никто не дамажит. То есть после этого можно купить флеч просто себе. Так, ребятки. Петриль, здравствуй! Всем привет и отличного настроения. Привет! Рад видеть. Спасибо, что залетел, как только я подрубил. Первый же день. Очень приятно. Ладно, живем. Они там ждали меня прям, вы поняли, да? У них прям режим ожидания был. Ах, он на инвокере-то подошел туда. Ёпарасота. Не для этого я выживал, конечно. Мне так казалось. И так сойдет, здорово. Спасибо, 150. Привет. Приветствуем тебя. Почему они не забирают Рошана? Хоть убейте, не понимаю. Вот даже близко не могу предположить, что лежит в основе этого их решения. 100 раз могли забрать уже, 100 раз. Пипец, стаки долгие. Он, походу, этот взял себе талант на то, чтобы стаки долго держались. Прикольно. Синая прирали. Это обидно. Мы нехило доверились в их победу. Ну, что поделать, бывает. То это как бы это самое. И ставочки. Чтобы быть ненадежными, правильно? Забрали. Ну, они должны были забирать, это нормально. У нас инвокер мертвый, мы не должны там драться. Они дальше пошли. Сейчас ночь. Я им крипов не оставил в миде. То есть они не могут пушить нас никак. Ничего такого им недоступно. Ту-ру-ту. Баш, нет. Нет. Ну хорошо. О, вышел, да? На праймере. Да, выбежал. Вышечку забираем. Все, по красоте. Пец меня наколупали, конечно. Пойду бот оттолкну. А где он? Всех начальник себе призвал, что ли, нет? Нет, где-то здесь спрятались лесу, скорее всего. Но искать их там тоже такое себе. А, он прошел, пропылесосил это все. Я понял тебя. Ну,
Мы хотим там драться, нет? Инвокер мертв, нет, мы не хотим там драться. Вот он, смотрите. Ну, хорош значение, хорош на самом деле. Я не могу, я думаю, пушить ХГ. Без БКБ я просто не уйду. В это могу пропушить. Отлично. Guys, go fight, please. Stop running away. Я это ждал. Не получилось же Кира ушатать. А мне 7 стаков, я не могу под Руссо подойти никак. Надо, чтобы его раскайтили как-то. Не, мы не тянем этот файт явно. Нам сложно драться, у нас нет фронтлейнера, понимаете? Потому что фронтлейнер как бы должен быть... Ну... Миранка? Но Миранка не может фронтлейнить, конечно же. И поэтому мы просто не вывозим их по толщине. Этих пацанов. На, вот так надо брать. Меня слишком режут. На Урсе. А чё, нейтралки нет нормальной? Или это... Вот оно. Отлично. Можно было перезахватить этот пост, но это очень опасно. Потому что они уже рядышком. Они уже не в боте. Но они его не подцепили, правильно? Он один совсем. Парни в миде дерутся. Не успел выжечь ему ману, чтобы не хватило. А этому успел. Вот там, где ты? Ну-ка, иди сюда. А, отличненько. Как хорошо получилось. Как хорошо вышло, да, ребятки? Я Рошу не таймил, кстати. Мана кончается. Все, тихо, я это забираю. Это сюда. Ребят, чуть попозже отвечу всем. Чуть попозже всем отвечу, спасибо. А что, он реально может выйти, что ли? Не, все нормально. Так, так, так. О, 10 тысяч добитых типов, отлично. Реликвия на антимаге сработала. Это заберем. Что дальше? БКБ хочу, не хочу в итоге. Против Баланара. Как будто бы нормально и так, на самом-то деле. Mm.
Маланар в топе. Урса в миде. Можно побить вот это вот. Ну, чуть-чуть больновато было, но в целом я пол вышки снес. Мне это, конечно, устраивает. Че, хорош? Не чекают. Шардик мне советует. А зачем здесь шард? Чё-то я не пойму. Против... Чё он, праймала? Или против кого? Надо бежать сюда. Там инвокер сзади начал. Это был самый опасный там товарищ, потому что он им вижен давал. ДДшич есть, все отлично. Шардик в Рошане. Он его засейвить решил. Но в итоге умер. Ну там Баланар еще встал. Ладно, пошли Рошана допинаем просто. Бару на банане отъехал. Баланар без ульты. Мы его убивали, верно? Верно. А, он байбекнулся, пошел вниз. Все, это тип. А, давай возьму. Че, мне жалко, что ли? Гегенаура. Да я не знаю, на. Так, спасибо большое. Это было, получается, 35-40. Было 35-40, получается. Маны точка нет. Извините. Я под рейспактом, конечно, но... Ладно, я сломаю его все-таки, наверное. Ай! А чё так мало урона-то? Господи, сколько же у вас это самое? Сколько же у вас маны мало, ребята? Это вообще не дело. Вообще не дело. Там того убили, типа. Урсы нет очень долго. Поехали сюда. Только сапиков убивать. На этих парней хп не... Ой, мана не напасешься. Чё купить? Шот на дэмэдж, может, муншарик реально? На мужика просто затариться и не париться. Хорош таймить, я думаю, уже не надо. Но если вдруг надо, минус полторы получается, это было 35-30. Значит, это 43-30, 46-30, правильно? Да. Поехали, поехали. Ать! Пали. Ну, блин, я его даже с ульты не пробью. Она и когда тем более. Пусть магией пичкуют, если им так надо. Давай вместо вот этого, наверное. Слушайте, ну хорошо, затянули. Вышли в лейт. Против бустера на Primal Beast, правильно? Чувак, калибровку запустил. 6 побед подряд. Совпадение, не думаю. Ой-ой-ой. Блин, а какой же атак спид бешеный, кстати. Годлайк.
Да дайте хотя бы ультануть-то. Что-то нашего приняли. А чё, у них без Guardian Angel, да? Походу, да. С кем бы подраться? Сюда подошел. Отсюда отошел. Риск магии, когда мы наводим. Ну, когда мы наводим, наверное, все равно поинтереснее. Ну, у них у всех фулл мана. Вообще неинтересно. Нифига они его пробили, кстати. Как же он душит своей нейтралкой вот этой? На промахе. Ну ладно, колюче, но ласково. Размотали молодых. Поехали дальше. Поехали дальше. Так. Ну здрасте, приехали. Я просто слишком хорош, чтобы меня здесь показывали. Это специально, чтобы пацанов не смущать, так сделали. Тоже надо с пониманием. 10 уровень. А я квест какой-то прошел? Блин, я не дожег маны. Вау. Что по графониям? Слушайте, ну мы в серии хорошо постояли, на самом деле. Да. Да, однозначно. Так.